Ну вот что касается опыта Нью-Йорка и Сингапура по поводу высоких штрафов за парковку в неположенном месте, совершенно справедливо, не подписавшись на слушателя, интересуется. А вот интересно, в Нью-Йорке и Сингапуре тоже весь город раком стоит, если кто-то куда-то едет? Я боюсь, что ответ отрицательный. Ну, надо сказать, что там пробки-то в Нью-Йорке-то точно бывают довольно-таки серьезные, и связано это...